Всем привет, с вами Вильям СТВ, и сегодня у нас будет распаковка на посылочку, которую прислал нам Вовчик Твист ТВ. Вот так вот она выглядит, желтенькая такая. Я не знаю, где он берет эти желтые коробки. Вот он постоянно присылает желтых. Я, блин, прихожу, говорю, дайте мне какую-нибудь другую, там только синие. Ну, не знаю, вот. В общем, походу, у них в Егорьевске там своя движуха. Так, значит, открываем быстренько посылочку, чтобы видео не затягивать. И, хотя, давайте, наверное, опустимся вниз, чтобы вам было более наглядно это все видно. Итак, друзья, открываем посылочку. Так, она тут запаковано все время. Поэтому откроем мы вот так сбоку ножиком, чтобы нам было поудобнее. Так, о, ребятки, посмотрите, здесь что-то. Чипсоиды какие-то, что ли? Не, не чипсы, нифига себе. Это лапша. Охренеть, синяя лапша, что ли? Вот, посмотрите, вот так вот это все выглядит. Обалдеть. Что это такое? Да, смотрите, реально лапшичка синего цвета. Такой вот будет обзорчик. Офигеть, зомби. А, это зомби, типа, движуха. Так, это что у нас? О, Вовчик васаби прислал. Обалдеть, для роликов. Но это вот, он знал, что прислать. Это, так сказать, ролловая душа. Так, одна, сейчас посмотрим. Еще, так, две, три. Три у нас, значит, лов из 4. Так, письмецо вот у нас есть. Так, что у нас там еще вылетает? Опачки. Так, конфетки, смотрите. Джелли Белли, опять конфетки. Офигеть. Вот это да, с другими вкусами, ребят. Вот сзади сейчас мы это покажем все вам. Нам намного поближе, так скажем. И, ё-моё, вот это бляха-муха. Вот это жара! Вы посмотрите, Вовчик знает, что прислать. Вы слышите, он походу понял, что мне понравились прошлые жуки и решил, давай-ка Стаса вообще добьем различными, короче, жучками. Но здесь, смотрите, они какие-то на шпонках каких-то, типа, видать, со специями. Вот это будет интересно, кстати, попробовать. Вот это круто, вот это огромнейшее спасибо. Так, вот жвачки у нас. Две жвачки зелененькие, две синенькие. Это вот по одной и второму обзорчику заценю. Ну и, наверное, давайте поднимемся и прочитаем письмо от Вовчика. Ребятки, берем письмецо, открываем. Типа письмо. Йоу, бро, здорово. Писать не знаю что, просто вот небольшая посылочка. По скрипту расшифровку, что делать с содержимым, напишу в ВК. Вован 13.04.2016. Вот такое вот письмецо. Спасибо большое, Вовчик. Блин, Сашка вон за кадром говорит, блин, такой счастливый, говорит, вообще обалдеть, сидит довольный. Это, конечно, вообще круто, мега круто. Слушай, я сейчас сделаю такую аппетитную превьюшечку на эту распаковку. Но вот она сказала, синие, так скажем, синяя лапша, это вообще трешак. Вот этот, говорит, обзорчик я даже посмотрю. Обалдеть, говорит, наверное, несколько раз. Вот так вот эта лапшичка еще раз выглядит, покажу вам, ребятки. Да, и жучки. Ну, жучки... Жучки — это вообще моя тема, чувствую. Чувствую, когда поеду куда-нибудь отдыхать в эти их страны, да, вот эти вот азиатские, я уже вообще буду как свой, там ложку взял пошире, а вот эти жуки вообще улетные, давай ложку наворачивай, блин, вообще крутые, слушай. Тут это, я не могу понять, это что такое, сверчки или что, блин, вот они бы хотя бы на английском что-нибудь настрочили. Ну, а тут что-то сзади, кстати, есть, возможно, переведу. Но это мы все, короче, сделаем. Ребятки, спасибо тебе огромное, Вованчик. В скором времени это все мы обозрим. Сделаем обзор, короче. Не будем вот это вот, такие вот слова. Такие вот модные, модные, молодежные. Ну что, ребятки, всем до встречи в новом выпуске. Пока. Всем привет, с вами Вильям СТВ, и сегодня у нас вновь Бургер Кинг и вновь новинки. Правда, эта новинка не свежая, она уже давно, но я до нее добрался только сейчас. Итак, это называется фокачча